Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это продолжение нашей рубрики «РПЛ в Лиге чемпионов». Сегодня мы продолжаем наш второй, можно так сказать, сезон. Здесь мы отыгрываем за Краснодар. Сегодня у нас второй тур, мы играем против Рена. Ну а перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на канал, потому что большой процент смотрит мои видеоролики без подписки. Если вы смотрите и вам понравилось, нажмите на красную кнопочку, сделайте ее серой. Вам не трудно, а мне приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео. Кому не трудно, подпишитесь, мне будет очень приятно. Давайте вместе добьем там 40 подписчиков. Ну что же, Краснодар против Рена. Играем мы дома, и именно с этой командой мы должны, мне кажется, справиться. Вот Челси и Севилья — это прям такие серьезные две команды. Но вот Рен, мне кажется, мы обязаны обыгрывать, поэтому... Так, ну Ари, кстати, у нас не будет играть, как мы видим. Будет играть Берг. Возьмем его с собой. Ну, остальных вроде все замечательно. Поэтому вот таким составом мы выходим против Рена. Будем начинать. Краснодар-Рен. Поехали. Итак, Краснодар-Стадиум. Краснодар против Рена. Второй тур у нас чемпионов. Матч, в котором мы должны побеждать. И бороться за вторую строчку в Лиге чемпионов. Неплохо. Рамирес сразу. Так, аккуратно. Кабелла. Ну и мяч потеряли. И какая сейчас ошибка от Сафонова, но слава богу. Вот как так можно было сейчас отыграть? Ведь я направлял именно на дальнего. Почему он именно в центр-то отдал? Вот опасный стандарт. Зарабатываем мы на 74-й минуте. Я не знаю, то ли здесь пенальти, но скорее всего штрафной будет. Все-таки прям на линии так сыграли. Да, очень причем опасный штрафной, но отсюда бить уж точно нету смысла. Так, где там вот эти тактики? Рывок в штрафную вот лучше бы сделали. Сейчас попробуем так слегка гонца навесить. Нет, не получилось, к сожалению. И все, финальный свисток. Краснодар играет в ничью против Рена. Не знаю, на самом деле, сейчас будем смотреть по статистике. Игра вроде была равна, ну вот, играли два равных соперника. Но владение было, да, за Реном, и удары у них были. То есть этот матч мы провалили им. Но в любом случае у нас есть наши первые очки. Вот там Челси разгромили Севилью. Мы на третьем месте, то есть нам надо вот попытаться как-то набрать очки с Севильей, хотя бы раз их победить. Ну и победить Рен нам надо обязательно, и тогда, может быть, у нас получится обогнать Севилью в группе и занять второе место. Как-то так, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.